вот скажите, вы нашего президента поддерживаете, а почему? 24. Потому что мы из Крыма. Правильное решение делаете. Правильное решение. А что еще можете сказать о нем? Ну, за последние три года много изменилось. Стали жить лучше. Не слишком рано голосовать. А в 18 году вы за кого будете голосовать? В 18 как раз. Все время свое обязательно. А вот скажите, вы Путина поддержали, а почему? Потому что он за людей, он человек. В 18 году за кого будете голосовать? Мужик. А что еще можете сказать о нем? Гость из Севастополя, из Крыма. Вот скажите, нашего президента поддерживаете, а почему? По сравнению, что нам оставил Ельцин, еще никто лучше не сделал. А в 18 году за кого будете голосовать? За Путина. А вот скажите, вы Путина поддерживаете, а почему? Мне кажется, никто бы не... Как вам сказать-то? Никто лучше бы его не контактировал с другими странами. А в 18 году вы будете за него голосовать? Да. Вы Путина поддержали, а почему? А нам интересно это все. А что можете сказать о его политике, о его делах? Жесткая политика, нормальная. За Россию. А в 18 году за кого будете голосовать? За Путина, не дай бог. А вот скажите, вы Путина поддержали, а почему? А? Вы Путина поддержали, почему? Ну, потому что он настоящий президент. Он на благо народа. А в 18 году за кого будете голосовать? За Путина? Да. Вы Путина поддержал, почему? А потому что Путин хороший человек, он, я верю, то, что он вернет в мир в страну. Вот скажите, вы Путина поддерживаете, почему? Да, в хронику войдет. Какой город? Пишите. Ну что можете сказать о поддержке нашего президента? Улица? Мне нравится во всех отношениях. А улица какая у вас? Хочу, и как руководитель нравится. А в 18 году за кого будете голосовать? За Путина. Улица какая? Вот скажите, вы Путина поддержали, а почему? Что можете сказать? Ну, просто люблю. Ну, а что в нашем президенте можете сказать? Он мне нравится, нравится то, его то, что ему политика. Досталось, и то, что он сделал, он молодец. Что я могу сказать? А в 18 году за кого будете голосовать? За него. А вы? Да, за Путина.